свое время это первый частный музей в России. Основал его Джон Григорьевич Мостославский в 1993 году. По профессии он артист оригинального жанра, фокусник, иллюзионист и всю жизнь занимается коллекционированием различных старинных предметов. Мы с вами в этом зале поговорим о некоторых музыкальных инструментах, механизмах и часах. Начнем с граммофона, который появляется в 1887 году. Состоит из деревянного основания и большой металлической трубы, которую еще называли рукав. В 19 веке его громкость считали очень сильной, и доктора запрещали слушать этот механизм дольше 2 часов в день. Но люди запрет обходили, они в трубу закладывали шарфики, тряпочки, платочки, небольшие подушки даже. То есть делали все, чтобы снизить громкость звучания и подольше слушать музыку. Ну, разумеется, для 21 века его громкость не покажется такой уж сильной. Да, на фоне сегодняшнего дня.